Седьмой игрок поддушить может очень сильно. Как я уже говорил. Вот. Думаю, за час управимся. Так, ну. Давай, поехали. Ой, а кто-то у нас вот. Не поехали. Уважай, красавица. Что-то у меня другое было активировано. Вот теперь поехали. О, нормальное начало. О! Вот, вот. Да, Варзай руина. Да. Хера прыгнул. Чуть дважды на одну и ту же херню не повелся. Да ёб твою медь, блять. Импуты мои, ты не жри. Да спидрун? Да, конечно. Я же главный спидранер. Видала? Такое часто на спидранах можно увидеть. Да, блядь, бей! Какой-то капец. Предсказание? Так это я спидран, только не быстрый. Я не могу сказать это предсказание, потому что страница 4 пуста в книге. Первая страница в книге, страница номер 7. Настолько быстрый, что пошел даже перекурить. Да, и успел, да. Ты наркоман? Это книжка, а не пергамент, блядь. Тут максимум строк 25 будет. Может, наоборот, как-нибудь, я не знаю. 10-10. Че ты, блядь? Троллит меня сидит. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Манви и Мелькор были близнецами, но Манви в более хороших отношениях с папой. Я читал уже это кому-то, по-моему. Это я пришла потроллить. Да? Как там Ори? Потроллить она пришла. Как там твой рост? Троллишь меня, я троллю в ответ. Между прочим, пиписька сама. Ой-ой. Еба! Уи! Вкатился прям. Так, окей. Есть здесь хилка где-нибудь? Должно быть вроде. Так, мне бы он ту штуку взять. Было бы неплохо бы. Да ёпа мать! Сука, самолеты. Тихо, 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 блядь, не надо. Уа, мать, последняя хп. Бегом, бегом, бегом.
А что, хилки нету? А здесь? И твою мать, мне одно хп. И босс, конечно же, блядь. Да, конечно. Конечно, босс, блядь. А как иначе-то, блядь? Шла обижаться? Ты чё, пиписька? Я ж любя. Рю, чё-то там Рю. Ты должен был погибнуть. Моё... Мои силы были на исходе. Но энергия внешнего мира помогла мне. Это кто? Посмотри на это превосходное тело. Теперь я являюсь самой могущественной формой жизни, и я докажу тебе это. Тем, что ты мимо... Интересно, как ты собираешься это сделать? Это Фостер, что ли? Чего? Так ничего же не коснулся меня, алло. Че, блядь? Шлака нах, игра. Меня коснулась моя самооценка. Чего? Это какая-то слишком мощная шутка. Да, блять, конечно. Мое законное вторгательство? Рюха и Буса, я удивлен, что ты еще жив. Кленси. Видимо, я недооценивал тебя. Но уже слишком поздно. Вся энергия уже принадлежит мне, и теперь я аватар. Скоро весь мир познает силу этих руин. Ты ведь даже представить себе не можешь, что это за руины. Ты представляю, блядь, по ночам там на кослу проходит. Это не просто развалины. А, ну ладно. Это древний космический корабль. Окей. Как скажешь. Что? Эти руины создания внеземной высокоразвитой цивилизации.
является источником бесконечной жизненной энергии. Грядет судный день, Рю. Что-то нормально все. Что происходит? Ё-моё. Ё-моё. Какая херовина. Пыщ. Да мы поняли. Походу-то. Новый год у демонов. Теперь ты понимаешь, какой силой обладает этот корабль? Нет. С его помощью на Земле начнется новая эра, и ты не сможешь этому помешать. Что? А прикинь, смогу, если. Где там боссман-то, блядь? Облака не двигаются, заебал. Боссман, ты чё не игру? Ну, я пошел. Боссман, почини игру, заебал. Почему в SNES-версии облака не двигаются? Почему-то я, блядь... Ага, убил его все-таки. Ладно, нормально. Боссман не чинит игру, заебал. Только что-то лясы точит там в чате. Потому что... Да, чё ты там написал? Облака не двигаются, но график надминальный. Да, всё, твоё вот это, блядь, любимое. Ты? Почему ты козёл? Что случилось? Это и я возьму, пожалуй. Кузнечик с сиком. Опа! Бубляк. Чего? Да ёб мать, пробегай. Не надо. Оп. Где там уникальный враг? Вот он. Один единственный. Во всей игре нет такого второго. И это крайне странно. Две жопки на холме. Так, ну ладно. Продолжим эту песню в другой раз. Так, это мне нужно.
Это мне не нужно. Окей. Спокойно, игра. Окей. Самая сложная часть. Поехали. Не поехали. 23 дюйма, это много. Ну, умножить на полтора. И будет 10 сантиметров. Мало. Сколько тебе надо? Телек, что хочешь, большой. Так, ну окей, здесь хотя бы чекпоинт есть. Моник. Телек, Моник. Что-то, на чем можно что-то смотреть. Или на чем-то, что на чем можно играть. Вот, 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 нормально было. Это еще не все. Блять, импут. Импут. Хватит жрать, блять, импут, сука. Закрысил, короче. Игра закрысила. Зачем она закрысила? Блять, ну конечно. Норм. Че? Направо. Окей. Враги не респавнятся, поэтому можно не волноваться за этих двух пацанов. Ай. Что ты, игра, любительница жрать импуты. Фух. Да ну, камон! Два по 27? Блин, столько много-то. Так, все, окей, сложная часть пройдена. Главное, прыжок, чтобы все сработал, все. Окей. Фух. Это если 2 по 27, это какой. Это какой стол должен быть? Для этих двух моников. Аж охереть. Ты не думал об этом? Стол собираюсь покупать в 140 сантиметров. Ну то есть. По 60 с чем-то будет. Или такая хуйня, что ли? 140. Сколько у меня стол?
У меня 17. Вот стоит вот такой. Полстола занимает. О, да. Это тебе там над много будет места. Окей, это последняя комната в этой игре. Если все пойдет хорошо. А такого просто быть не может. То мы сейчас можем эту игру пройти. Но такого быть не может, поэтому... Поехали, последний босс, часть первая. Ну, как минимум, час у тебя есть? Это да. Рюха и Бус, я удивлен, что ты так далеко зашел. Где Кленси? Кленси? Именно. Посмотри на это тело. Полное энергии. Послушай, Рю. Я хочу спасти землю от людей. Так убей себя, чё ты. Люди это жалкие существа, которые могут только воевать. Так убей себя, чё ты. Не мне место на этой планете. Так улети в другое место, чё ты заебал. Вот доебался. Присоединяйся ко мне, Рю. Я позволю тебе взять на борт лучших представителей земной расы. А, то есть... Вот так, кной в ковчег у тебя тут это. А после того, как земля будет очищена от людей, мы начнем новую эру. Стол весит 24 кг. И что не может оправдать убийство миллионов людей? Именно поэтому я должен уничтожить тебя и этот корабль. Блин. Так, что он тут делает-то? Один есть. Космический валенок. И вместо того, чтобы исследовать вселенную, он хочет убить всех людей. Скучный злодей, да? Так значит, это твоя истинная форма? Я должен был догадаться. Готовься к смерти. Блять, опасно было. Найс. $19,000 за телек, господи. Наконец-то. Эй, что за... Ох ты, ёб твою мать. Рю. Не надо. Ёпа мать. Блять, как ты стреляешь, заебал? Блять, слишком сильно рванул. Бля. Ладно, окей. Я сейчас его сделаю. Мне про последнюю жизнь, если не сделаю, придется. Если не сделаю уровень, придется начинать всю главу заново. А это уже. Как минимум пистон будет. Да я хз. Эти ваши 4К. Бери 8. 8 моников 4К, блять.
Да норм же. Нахуй, 8К вот это. 8 Моников, что ты. Это логика Карлсона, знаешь. Лучше 8 пирогов, чем. Да. Ну, вы поняли. Так. Окей. Чем ни одного, да, действительно. Бляха, ну вот. И геймовер. И геймовер всю главу нахуй заново. Спасибо, игра. А, игра. Ой, игра. Ой, за что ты со мной так игра? Игра. Ты говна. Ты игра. Говна. Ты игра говна. Почему ты такая злая? Я не хочу опять идти весь этот уровень. О, как же ты заебала меня. Дай пройду я туда. Туру-ба-ба-ба-ба-бам. Шел спать, Ким? Давай. Мукис-мукис. Кис-кис. Да не, это еще добрая версия. А в американке конты ограничены в этой части. Поэтому. Да, это еще норм. На DS Gaiden он полностью на сенсорном управлении. Полностью. Ходить на сенсорном управлении, бить на сенсорном управлении. Раскладка вертикальная еще. Ой, жуть какая полная. То есть как книжка. ДС переворачивается. И такой. Сиди же. Режь его! Режь его! Хуин. Ну, то есть это, по-моему, официальное продолжение. Да. Все такое. Создатель оригинального Ниндзя Гайдена, ну, все такое. Ну, что-то они куда-то, блядь, поплыли, нахуй, не туда. Не-не-не-не-не-не. Бля. Схватил не то. Вон. Не-не. Там совершенно другое все. Я не думаю, что игра плохая. То есть я какие-то даже положительные слова слышал про эту игру. Но на эмуле не поиграешь. Сам, я думаю, понимаешь. Без стилуса это, блин, бесполезно. Ну да. Ну как Prince of Persia на DS, тоже такой же, блядь. Ты там тыкаешь, короче, куда идти. Он идет. Игра в планшет для этих целей использовать. Блин, я это, знаешь, не проверял. Работает планшет на эмуляторе. Это было бы прикольно узнать. Это задача для Хокаги. Для будущего. Не, ну ты, блин, Android-версия. В смысле? На Android же можно это, ну... А мышкой-то... Ты пока там доведешь, короче. Вот о чем речь.
То есть это играбельно? Ну как-то, в какой-то мере. Но ну его нахуй. Это просто будет как с этим. Как травма-центр я играл когда. Как бы вроде игра ничего, вроде бы даже играбельно. Но на последних миссиях меня просто унижать игра начала. И мне пришлось просто, значит, всю игру через паузу играть. Что-то дают определенное количество времени, чтобы сделать действие. Если ты не успел, до свидания. А ты тратишь тупо время на то, чтобы мышку довести на экране. По экрану. Тратишь половину своего времени общего. Один раз, ладно, ты нажал там. Но все твои действия, когда... Это пипец. Еще боль. Вместо, короче, 20 заданий по 10 минут, я, блядь, 20 часов игру проходил. Нахуй, не в жизни больше я такие, блядь, вещами заниматься не буду. Одного раз хватило. Так, ну давай. Так, компьютер не съелись. Давай, здесь еще не съедятся, пусть они. Пусть они. Успел. Неважно. Бля! А это нечестно! А это нечестно! А какого хуя? Да иди ты в жопу, игра. В смысле? Времени не хватает, чтобы пройти уровень. Тупо. От начала... Да что у меня нос чешется? Вроде праздников никаких нету. Ну это через планшет, мне кажется, вот. Через графический будет непонятно. Ну, то есть оно будет клево работать, но хуй знает. Блять, о, тихо. Скриблнатов дохера чуть. Там даже кроссовер десовский есть. В смысле это. С комиксами. Там Бэтмен, Куэтмен. Опеку есть. Скриблнатс. Англини, как что ли? Ну их как минимум штук 5 или 6. Твою мать. Вот ты гнида, блядь. Так, окей, последний экран. Главное, не делай глупостей. Чтоб более-менее... Блядь, пожалуйста, игра... Игра! Нахуй иди, игра. Мне даже половины хп хватит. Босс не такой сложный.
Я просто что-то я ошибся немножко. Блять, а куда ты стреляешь-то, блять, расскажи. И... Dead. Игра пройдена. Найс. Трилогия пройдена. Ну из всех трех вторая прям жесть какая-то лютая. Третий еще как-то более-менее терпимо, но тут опять input lag лютейший какой-то. Порой кнопку нажимаешь, она не срабатывает. А тебе нужно прыгнуть, как бы, ну, такое. А ты в пропасть такой, ой! Да-да-да, да. Да я пол игры падал, блядь, в пропасти, камон. Чё да-да-да. О, короткая версия, замок упал чуть-чуть. Жопки на холме. Две. Жопки на холме. Ае, две. Жопки на холме. Это конец Кленси, Фостера и гнусных планов. Никогда не понимал, что заставляет людей следовать низким идеалам. Ради собственной жизни. Каждый человек пытается довести начатое до конца. Но жизнь на Земле не может быть просто частью чьей-то миссии. Не тревожься, люди все же не столь глупы, чтобы уничтожать друг друга ради каких-то... ради неких амбиций. Я благодарен всему живому на Земле за то, что здесь и сейчас ты со мной. Ну, смотри, какая красота. Ну, это, бля, начинается новый день. Это единственное, да, на чего можно оттолкнуться, что типа части неправильно, да? Хотя, знаешь, в первой части солнце зашло. Во второй части ночь была. В третьей части солнце восходит. Блять, я хуй знает. Вроде как по мне все правильно, вроде бы. Еще даже титров нету, серьезно?